Всем приветики. Детей в садик поотводила. Иду искать детский магазин. Надо купить Яне портфель. Центр Лодзи. Такая сегодня погодка хорошенькая. Вот и люди. А то вы спрашивали, где люди. Все вот они здесь. Вчера просто выходной был. Их не было никого. Центральный универмаг их не. Я ищу магазин детский. Я не надо купить рюкзак и Глебу в садик. Уже отправила их в садик, так что они учатся уже. А вот смотрите, какой памятник там. Памятник единорога. Медаль какой. Красавчик. Просто поснимаю на улице с людьми. Вот я привет. Погода сегодня прохладная, чем вчера. Вчера было теплее. Ну, может, потому что утро еще. Магазинчик. Какой. А, это жабка. Вот это магазин жабка. Так выглядит. Кто не видел. Вот, видите, лоски, фрузер. Это парикмахерская. Трамвай поехал. Эта машина мусор вывозит. А это почкомат. Здесь парковку оплачивают. Тоже магазин. А вот, наверное, я дошла уже. А он работает. Да, детский магазин. С 9. А это книжный магазин. Книжечки. Прикольно. Детский он. И тут тоже внутри. А он какой фотоаппарат. Прикольно. Еще какой-то магазин. С 10 вообще работает. Супер цена. Пиво, водки. А, это, короче, бухлишка. Это магазин бухлишка. Так, что тут у нас? Тоже супермаркет. Алка супермаркет. Вот это банкомат у них такой. Тоже. А, это аптека. Аптека, где тут лекарства продаются. Что хочешь есть. А, это, короче, нет, это супермаркет. А, это Росман. 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 И вот еще вино, алкоголь. Виски, вино. О, вот, гляньте, Huawei, как у меня телефон. А вот смотрите, какие фотики старые. Медалька. Были фотики, ну, это пленки, ну пленки я такие застала, помню. А там магазин цветочный, аптека, это аптека точно. Лики. Это телефон, лото какой-то. Банк. О, вот так булочки. Пекарня. Банк. Вот еще одна
книги. Короче, смотрите, ребята, в Польше и книгарень сколько много. У нас вообще никто не читает в Украине. У нас одна книгарня в центре города есть и больше нема. А тут на каждом повороте. Велики какие, видали? Вот это ж он вставляется в это отверстие и это. И как у него, как замок. Бургерная. Это бургерная. Там жопка. Это дворы начинаются. Вот еще склеп, магазин какой-то. Овощной, наверное. А нет, там овощи, мясо. Почкомат. О, почта. Почта польская. Вот так выглядит почта польская. Вот. Да что такое не фокусируется? Погода срась, или не видно ничего. Смотрите, какой тут хлеб. Обалдеть. Круто. Класс. Видели, это сахар березовый. Офигеть. А вон, помните, конфеты такие. Сейчас я вам покажу чувачка. Пойду поздороваюсь с поляком. Красавчиком. Дядя, можно с вами посидеть? Круто. Я вообще в восторге от этой жизни. Короче, ребята, мечты реальные, поэтому мечтайте, верьте, и у вас все получится. Сейчас начался небольшой такой дождик, но это не помеха. Я осваиваюсь в городе. Блин, ну красота же, а? Ну, у нас такого никогда не будет. Вернее, не у нас, а у вас. Мы уже все. Супер вообще. Бар вино. Он с 14 работает до 20, понятно? И елки уже тут поставили. Видали? Эти дали. Какие тут елочки. Елочки-фонарики. Он и в Роше, по-моему, да, магазин называется? И в Роше, да? А он горит уже, елочка одна. Сейчас поближе покажу. Дома какие, офигеть. Банкомат. Банкомет. Елочка, зажгись. А у вас таких елочек нету. Красота и мода. Новая коллекция. Осень-весна. О, это магазин, я люблю такой. Это магазин парикмахера. Надо будет зайти сюда. Машина, которая убирает улицы, видели? Щетка. А, мусорки моют водой. Чувачок вот идет и моет. Водой под напором. Лавочки, мусорки. А вот эти елки устанавливают, походу. Ой, какая девочка. Малютка. Ну, милота же, скажите, вообще. Милота. Класс. Рыба. Рыба, карп. И мальчик тут еще. Привет, как тебя зовут? Як се маш. Ну что, дядька какой памятник.
Это папа римский нанял. Магазин с посудой. Фарфоровые изделия. Статуэтки. Прикольно. О, Славик, морской конек. Видал? Это я тебя засняла. Сейчас еще. Красота. Кто не приобулся, налетаем. Девочки, коллекция сумок. Тренд сезона. Понятно. О, дутая, прикольная. Так, тут еще где-то есть. А, это рюкзачки. Мужские, это мужские. Мужские сумки. Перчатки. Ручки. Ну что, желтенький прикольный. И с лимоном прикольный. Смотрите, какая кафешка. Интересно. Это магазин тканей. Это тоже мне надо зайти сюда будет. О, да тут вообще капец. И русские матрешки, и петушки, и ко-ко-ко, тарелки. Короче, вот такой вот он идет. И сюда вход или выход. И вазочки. Такие, как у бабушек 100 лет были назад. Модные. Пресса, почта. Смотрите, какие. Ну, наверное, не сильно видно. Маленькие. Маленькие кресла, диванчики. Прикольно. Еще один памятник. Собачка. Или мишка. Мишка, мишка. Вот это мощь, вот это здание. Посмотрите, с драконами. Обалдеть. Вообще круто. Это ж надо. Да тут можно камеру не выключать. Только выключу и что-нибудь интересное. Сразу можно снимать. Тоже книги, книгарня. Кафешка на улице. Там тут внутри какая-то. Короче, посольство тут украинское я нашла. Если что. Так, номер засниму сейчас, чтобы видно было. Адрес. Не видно. Старое место, 77, Петриковская. Пойду сыграю на пианино. Присяду с ним. У него крыло тут, ничего себе. Или это знак открывается. А ну, дядя, сыграй мне. Шо у тебя капают сопли? Ты, наверное, болеешь, да? Ну, я вообще молодцы, удивляюсь. Класс. Видали, где я иду? По звездам местным. А вот магазин игрушек новогодних. Ну, может, он и не только игрушек новогодних. А, тут всякие магнитики, календарики. Походу, чашечки тоже. Гляньте, какие олени продаются. Вообще. Красота. Новогодняя.
посуда для деток. Какое здание, это уже старое. Все, я думал их забирать в садик, с садиков. Как они интересно там отработали свое время. Так, подхожу до хлеба садика. Это у них так садик выглядит. Сейчас до калиточки на нем. Фух. Я переживаю, наверное, больше, чем он. Вообще. Это его садик. Дуб тут такой старый растет. Все, снимать дальше не буду. Забрал ли Глебчика? Глебчик, тебе в садике понравилось? Да. Мама, что, тебе подарочки принесла? Да. Тебе в садике тетя понравилась? Да. Как зовут тетю? Агнешка, скажи. Агнешка. Агнешка. Что, сегодня суп давали? Да. Кормили? Вкусно? Еда вкусная? Нет, я сам. Ты сам кушал? Да. То ты молодец. Тебе понравилось? Ты завтра придешь? Да, там Виктик пил. Да? Да. Молодец. Да. А булочку давали? Не давали. Давали? А печенье? Печенье? Нет. А сок? Да, сок. Чай? Чай давали. Чай давали, да? И сок давали? Нет, компот. Компот давали, молодец. Ну ты весь попил? Да, и водичку. И водичку, молодец. Все, спасибо. Пошли мы Яну забирать. Это Янин садик. Ждем Яну. Привет, Яна. Мы забрали тебя с садика. Как твои впечатления в садике? Очень лучше. Я сначала боялась, а потом... Перестала, да? Да, перестала. Как воспитательницу зовут? Не запомнила? Ну, как ты ее? Юля зовут, да? Ну, да. Юля, понятно. Чем кормили? Еще колбаска, сосиска, было что-то, котлета? Один был хлеб, который... И мне колбаса. Хлеб я не люблю. Огурец. Огурец. Хлеб и все. А блинчики? А ты говорила блинчики еще. Не блинчики, вот такие круглые, но маленькие. Круглые. Они такие... Оладики? Да, оладики. Угу. Ну что, тебе понравилось? Да, понравилось. А там еще кормили... Не только. Там а конфеты потом... не давали? Конфеты не давали. Ну, тебе было... понравилось? Понравилось. Все, завтра пойдешь? Да, пойду. Все, давай, пока-пока. Пока-пока.